А вот и полный поединок Асхаба Тамаева против Эдварда Билла. Сразу отмечу, что весь бой длится около 4 минут, и в связи с тем, что длительность шортса ограничена, я сделал нарезки основных фрагментов. Полный ролик я уже загрузил в свой телеграм по ссылке в шапке профиля. В целом поединок показался мне равным до тех пор, пока Тамаев не стал жестко нарушать правила. Бля, так нельзя, ты чё? Ты нарушил очень жестко. Несмотря на множество замечаний от Никулина, Асхаб продолжает наносить запрещенные удары ногами, а Арби агрессор энергично его подбадривает. Чудуа, давай! По итогам Асхаб был дисквалифицирован, после чего потребовал бой в полный контакт, и завязалась потасовка, которую вы также можете посмотреть в моем телеграме. Тайна ММА, подпишись.